Спонсор программы «Место происшествия» – ломбард «Титан». Ты чел современный и геймер реальный, виснешь часами в сетях социальных. Гаджетом новым не сбить тебя с толку, чуть устарел, обменяешь недолго. Здесь есть девайсы по ценам приличным, можно писать в них и в паблик, и в личку. Неважно, ты чикса, а может пацан, все покупаем в ломбарде «Титан». В ломбарде «Титан». В эфире проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. Отмечал повышение водительского стажа водитель ВАЗа 14-й модели на улице Менделеева. Молодой человек с ностальгией вспомнил май 2013 года, когда он сдал на права. Водитель решил с друзьями отметить трехлетие водительского удостоверения. Впрочем, без пьяной поездки не обошлось. Маневры автолюбителя заметили активисты ночного патруля, которые сообщили информацию полицейским. Тему продолжит Сергей Пичугин. Как вас зовут? Алексей Васильевич. Алексей Васильевич, почему за рулем в нетрезвом состоянии ездить? Трезвом. Трезвом? Как бы не надо снимать. Ну почему? Две девушки и два молодых человека сначала уверяли, что за рулем автомобиля ездил трезвый человек. Потом все твердили, что 14-й никто не управлял. Позднее они просили инспекторов не составлять протоколы на водителя. И только увидев эвакуатор, приятели поняли, все уговоры бессмысленны. Тем не менее, водитель не расстраивался и все воспринимал с улыбкой на лице. Первый раз такое с вами произошло. Инспекторы пригласили понятых и задали водителю Алексею вопрос. Водитель ответил на него вопросом. Вы лично будете расписываться или нет? В смысле, зачем? Я вам буду предлагать, я говорю, вы будете расписываться или нет? В смысле, зачем расписываться буду? Берете ручку в руку и ставите свою подпись, он же автограф. Целью получения копии. За копии, за ознакомление. Нет. Не будете. Как бы я не знаю, кто такие. Все, это ваше право. Да. Далее Алексею предложили пройти тест на алкоголь. Предлагаю вам пройти ответственность в состоянии опьянения. Давайте. Будете здесь сейчас проходить на месте. Давайте. Либо у врача. У врача. Поедем к врачу. Поехали. Из трех вариантов он выбрал экспертизу у врача. Якобы он сам работает в медучреждении массажистом и доверяет только медработникам. Впрочем, Алексей не знал, что при положительном итоге его поставят на учет к врачу-наркологу. Кроме того, скорее всего, водителю не избежать лишения прав и штрафа в 30 тысяч рублей. Привет, привет. Михаил Вагин, Сергей Пичугин. Место происшествия.